Привет, друзья! У нас 25 марта. И вот такая вот погода. На своем веку я ни разу не помню такой погоды в марте. У нас обычно в конце марта уже начинают немножко огородами заниматься. А в этом году капец-капецкий. Метет. Такая вот красотень. И ветер такой северный, холодный. Вообще. Сколько градусов я еще не смотрела. Что-то надо было, выходя на улицу, посмотреть. Но снег репит. Я понимаю, там, где люди живут северней, там снега долго. Но мы живем в Украине. У нас обычно такого не бывает. Да, хорош. Вот такие вот дела. И метет, хорошо метет, еще долго будет. Вот как красиво снег лежит на деревьях. В декабре снега не было. Март отдувается. Правда, руки, конечно, мерзнут очень сильно. Ветер дул. Надо вам еще с этого ракурса показать. Коты бегали, дорога вся такая. Вот такая вот температура. Вроде бы и плюсовая, но снег лежит. У нас тут киса разыгралась. Мне палец уже продолбила, так я взяла руку чесалку. Да? Ты будешь играться? Да? Застряла? Что я спасу? Кто это здесь нападает, а? Кто нападает? А что это грызет вот сюда? Вот это вот грызет. Все, застряла. Привет. Ага, убежала. Все. Так ты боишься? Привет. Я здесь стиркой занялась, набираю воду, буду наносить в стиральную машинку. У нас машинка автомат, ну, для сельской местности, то есть с баком.
Погодка у нас вот такая вот. Растает. Снег еще идет. Ну, такое. Не ахти, скажем так. Сыро, зябко. Некомфортно. Да. Бегает. У меня уже было тепло. Начали цветы вылазить. Сейчас, наверное, все теперь померзнет. Не увидим ничего. Это палочки торчат. Я здесь орех посадила. Не знаю, вылезет, не вылезет. Так что такие дела. Сейчас машинку вам покажу. Какой я стираю. Вот машинка-автомат. Горение. Ну, а здесь сзаду бак. Где воду набирать. Вот через верх. Или можно подключать к водоснабжению. Вот такая вот машинка. Шланга для слива воды. Я подставляю ведро, и вода потом вытекает. Выношу сама вручную на улицу. Итак, друзья, буду заканчивать свой влог на этой нотке. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, а то что-то мне совсем мало приходит писем. Лайки ставьте. Пока-пока.